Что ж, я решилась. Я иду к косметологу, к Юлии Гуляевой, для того, чтобы она облегчила мне мою жизнь, мое существование. Со своей зажатой челюстью у меня очень сильно спазмирована мышца жевательная, что даже челюсть перестает двигаться, особенно по утрам мне очень тяжело, прям больно даже становится. Поэтому я решила, что обязательно, конечно, я пойду и к ортопеду, для того, чтобы решить проблему с зубами, с челюстью и с прочим. Но прямо сейчас мне нужна помощь для того, чтобы у меня просто ничего не болело и двигалась челюсть. Поэтому я иду. А за окнами у нас музыка. Сегодня люди гуляют масленицу. Все веселятся, у всех хорошее настроение. Какова красота. Видеореклама. Да, без проблем вообще. Такому мастеру ходить одно удовольствие. И сейчас пленочку сверху. Какие у меня бакенбарды. Шикарные. Вы не против оказаться на Ютубе? Я-то? Мне без разницы. Канал ведешь? Как веду? Видеодневник для себя больше. О, да? Прикольно. Там чего только нет. Начиная от путешествий, наверное, заканчивая рецептом супа. Так, мне кажется, самые такие жизненные вот каналы, когда чисто жизнь люди создают. Ну, вот. Все, 20 минут. Я совсем не против. Прекрасно. Рекламу считаю, где ножки на ногу придет? Нет, да, хорошо. Так, хорошо? Там хорошо, я уже привыкла. Да, блин, я тоже. Вот пришла на удаление бакенбардов. Девочки, кто интересуется? Юля, расскажите, что мы с вами делаем? Мы с вами корректируем ботулинотерапию, то есть проводим ботулинотерапию, корректируем ботулотоксином, жевательные мышцы, гиперспазмированные они у нас в данном случае, достаточно выраженные, выраженность при сжатии зубов имеет место быть, перенапряжение жевательной мышцы, сам клиент отмечает, что у нее имеется перенапряжение жевательных мышц, особенно в моменты, когда она стрессует или нервничает, да, соответственно. Да, и мы решили скорректировать эту зону. Вводится небольшое количество ботулотоксина для того, чтобы жевательную мышцу частично подрасслабить. Это на функцию никак не скажется, но скажется на моменте расслабления жевательной мышцы, то есть станет легче, перестанет чувствоваться комочек вот в этой вот области при каждом сжатии зубов. Ну и также это у нас, конечно, профилактика стираемости повышенной зубов и изменений прикуса ввиду вредной привычки. Прекрасно. Юлия, я сегодня, к сожалению, забыла микрофоны. Надеюсь, будет хорошо слышно. Будет слышно, конечно. Скажите, пожалуйста, вот если я попыталась бы обойтись массажами только в моем случае, насколько было бы действенно? Массажи жевательных мышц, мы здесь говорим о буккальных массажах, очень глубоких массажах, которые прорабатывают жевательную мышцу. Во-первых, они достаточно болезненные, чтобы делать их правильно, нужно поиздеваться над собой, по-хорошему говоря. Это первый момент. И второй момент. Результат будет только в том случае, если вы будете делать массажи на постоянной основе. Не курсом, а на постоянной основе. Как только вы бросаете делать массажи, самомассажи, действие его прекращается. Благодарю. Действительно, я человек, у которого сильно спазмированы эти мышцы, и если бы я начинала делать массаж, это было бы просто на протяжении всей моей жизни. А меня это беспокоит. Я точно знаю, что я не буду делать ежедневно буккальный болючий массаж. Поэтому для меня спасение. Хорошая альтернатива, эстетический эффект, ну, максимум до полугода. Дальше два варианта развития событий, или повторно вы выбираете повторить эту процедуру, да, соответственно, или все оставляем так, как есть, но с наибольшей вероятностью гиперфункция жевательной мышцы вернется. Вот там, где жевательная мышца более спазмирована, там чувствуете. Так нормально, чувствуете? Все, терпим, сейчас пожалею.
собачки болеют. Да, кошки. Жалею. Почему у меня не болит, да? Архангельск. Результат через 2 недельчики. Постепенно начнет набираться дня с 3-го с 4-го. Ага, что, кроме другой? Кроме другой. Угу. Тут, скорее всего, почти не будет видно самой инъекции. Если что. Так, готово. Что тут будет видно эмоции, которые на лице отражаются. Надо перерыв? Немножко стоит. Ну, подходим, желательно, может, посильнее, где поспазмирование. Еще 3 отстану. 1, 2, 3. Умница. Все, отдохнем. Вот и вся процедура. Ну, здесь мы маленький семчучек поймали. С этой стороны, с той стороны вообще ничего. Пожалуй. Зоночку эту не массируем. Да? Ага. Кроме этого, у нас с вами 3 дня нельзя тяжелые физические нагрузки, алкоголь. 2 недели сильно не перегреваемся. Бани, сауны, солярий, горячий душ. Сегодня зону проколов ничем не мажем, не красим. Да? Даже кремушки свои на ночь сегодня использовать в этой области нельзя. То есть, например, там нос, подбородок, лоб вы можете аккуратно намазать. Но при этом щечную зону, где кололись, да, сегодня мазать ничем нельзя. Завтрашнего дня, прямо с утра, хоть килограмм тональных средств, любые крема, к чему привыкли, только пока пилинги и массажи в этой области мы исключаем. Но в целом через 3 дня я могу уже заниматься на тренажерах с какими-то инструментами. Сегодня, завтра, послезавтра мы пока ограничиваемся. Через 3 дня уже. Так, ну все. Спасибо. У меня как будто подростковые какие-то эти акне или что-то. Ничего, пройдет через часть-полтора. Один так вкрутила, чтобы просто было. Нет, кровяных там нет. Нет, нет, по-моему, все хорошо. Хорошо. Маленький синячочек будет. Все. Да, это ничего страшного. Вот красота. Только не в прическе.